Вот. Только что повесил. Я посидел, пока нашел место, где его разместить. В данный момент он висит на расстоянии 30 сантиметров от этой стены левой. Ну, вот этой вот. Тут у меня поближе показать отметочки 120, 110, 100. То есть, где я могу как бы разместить. 120 это уже вообще край. 110 вот сейчас. Даже что-то я... Нет, 110 в принципе нормально. Ну, посмотрел, что влезаем. Влезаем мы под 110. Нормально будет, вроде бы. Ну, сейчас посмотреть, можно даже пониже сделать. 35 сантиметров я отмерял. Так, зайдем. Упс. В принципе, да, можно было бы, да не бы, а вообще пониже маленько сделать. Вытянет. И подлезть будет нормально, и фильтр поменять. Можно, можно это сделать. Насоса тут не предвидится. Можно сделать, наверное, сделаю на всякий случай, просто чтобы вдруг. Стена белоснежная. Вот этот вот кусочек, видимо, там было больше слой. Еще не подсох. На улице сейчас метель. Только без снега. То же самое. Дом выдерживает. Эта трещина, это сразу при монтаже. Они такую фигню мне накосячили, сволочи. Вот. Метель метет сильная. Ветер сильный. Порядка 12 метров в секунду. Если посмотреть вот с этой стороны. Как не подойти. Вот с этой посмотрим. Вот они как раз. Дерева, которые там колышутся довольно-таки сильно. Ну, вон там подальше видно хорошо. А температура в доме не падает. И конвекторы больше не жрут, чем они в обычные дни безветренные. Говорит о том, что дом выдерживает вот эти вот ветровые нагрузки. Ну, именно что насчет продуваемости. Вот проблема домашних, частных домов в том, что во время ветра, ветров зимой, угля уходит очень много. То есть, говорят, дом выдувается. Вот, что ж ты хотел, сколько-то сейчас тут пришел. Вот, что ж ты хотел. Сейчас выдувается все. Вот, как раз вот у меня вроде бы этого нету. Ну, в деревянных домах это стопудово такая вот фигня есть. Вот. Я отсюда сейчас забрал. Вот, и как раз вот посмотреть. Оба. Вот тут я сидел, все это дело вымерял, как расположить. Лестницу по-разному смотрел. И вроде бы даже я влезаю, вот, вот 1.10 метра у меня. Да можно было даже, да, в 1.10 метра даже пониже повешать. Придется все-таки перевешать на всякий случай. Вот, и котел и конвектор у нас входит. А вообще, вообще расположение всего этого дела у нас будет примерно вот такое. Ну, схематично. Вот так. Вот, слева по стене будет этот джилик висеть, потом котел и вот эта вся вот обвязочка с конвектором. Ясно? Вот этим сегодня и занимаюсь. Хотел сегодня снять несколько роликов там про теплые коврики и открывание окон на зимний период. Ну, я сейчас чувствую, окно открою и обалдею просто-напросто. Так, а сколько у нас тут расстояние? Давайте посмотрим. Примерно. 26 сантиметров. 20, короче, будем считать сантиметров. До этого места у нас есть. Сейчас еще раз. Даже 15. Ну, 15 как бы так под вопросом. Можно перевешать, но просто стена такая белоснежная, что охота было уже повешать и не трогать его. Хотя вот сейчас смотрю, да, что можно все-таки чуть-чуть. На всякий случай, вдруг у меня что-то с лестницей поменяется, я сделаю более наклонный, там все такое. Можно поменять. Хотя вот тут вот написано вот как раз, вот, 1.30 метра.
первая ступенька расчетная, от 1.10 до 1.30, поэтому я там вот этих вот полосок и наделал. Сейчас попробую разместить конвектор, коллектор и сам котел, и уже можно будет как-то думать обрезать трубы и паять полипропилен. Сегодня буду паять именно для вот этого вот джиликса. Вот тут вот дырочки у меня будут. Вернее, не будут, они уже есть. Вот здесь вот. Одна дырка там. Где-то там. Вот такая. Уже она присутствует. Потом она пойдет вот сюда вот. На ванную. И далее трубой она пойдет, значит. Вот сюда она вот выходит, как раз по рожек. Вот здесь она сейчас проложена. Здесь у меня деревянная часть проходит. И потом уходит уже в кухню. Вот сюда. А тут у нас проложена, заложена труба пластиковая. Ну вот как-то так.